Мы приехали в Ганей Таруха, то есть выставочные залы, на выставку мебели. И вот прямо перед нами, можно в темноте увидеть, находится Луна-парк Тель-Авивский. Вот передо мной план выставки. Здесь два больших павильона. Ну, постараюсь их оба осмотреть. Но это я уже буду смотреть дома. Выставочные залы называются Ганей Таруха. Здесь происходят выставки на самые разные темы. И раз в год на праздник Суккот обязательно выставка мебели. Раз в год, каждый год. И я приехала, потому что я себе ищу кресло подходящее, небольшое такое. Вон представлена фирма «Доктор Гав», «Доктор Спина» в переводе. Здесь ортопедическая мебель, видите, множество кресел телевизионных. Там дальше кровати, окей, столы, а вот там диваны. А вот и диваны. Можно видеть образцы обивки для диванов. Вон там они. Это мебель Николетти. Это Натуччи. Диваны Натуччи и кресла Натуччи. А вот спаленка белая. И стоит эта спаленка? Посмотрим. Кровать стоит 5590. Это после скидки, потому что она стоит 8600. Вот комплект мебели, кожаный. 3 плюс 2, плюс стол. И стоит он, можете посмотреть, сколько. Цена, естественно, в шекелях. Вот тоже комплект, 3, 2 и столик. Комплект стоит 11900, а сегодня он стоит 9900 только. Вот такой комплект. Очень интересное кресло. Оно фактически подошло бы мне, но оно не очень неудобно. Я попробовала в нем посидеть. Стоит обычная цена 7896. Скидка 20% сегодня 6317. Это значит кожа, комбинированная с какой-то тканью. Здесь всевозможные работы оригинальные, разные лампочки, но не все хотят, чтобы снимали. Видите, часы, светильники, всякие детали интерьера. Один павильон мы уже осмотрели и идем во второй павильон. Вот остался тот позади. Он очень большой, здесь, наверное, не видно. Помещение огромное, здесь такой же второй огромный. А за выставочными залами находится Тель-Авивский Луна-парк, который отсюда виден. Это садовая мебель. Очень удобно. Как в клетке человек. Тут все для ванных комнат. Прямо в шкафу сделан телевизор. Прямо в стене шкафа встроен. Обратите внимание. Отсюда плохо видно. Но это телевизор. Шкаф, и прямо в нем телевизор. Здесь продаются две сковородки за 69 шекелей. Много очень продается хозяйственных товаров по очень сниженным ценам. Устройство для мытья пола. Вот можно отжимать здесь тряпку и мыть пол.
Надо еще научиться ею пользоваться. Кимото бабасис объясняет, как пользоваться. Вакшиям яшким это мы будем сидеть ещё. Макрисим ото на мерказ и лакруга. Умистовек бифним. Берега, что умистовек бифним. Умитнакем. Выяснилось, что это стоит 200 шекелей. И мне не кажется это более удобным, чем обычный мок. И вот я сейчас покупаю вот этот фуд-процессор, потому что мой прослужил мне много лет, верой и правдой. И вот он пришел в негодность. И вот сейчас я покупаю, мне любезно продали. Этот молодой человек любезно продал вот это вот изделие. И надеюсь, что я буду им довольна. Чем он мне еще нравится, кроме того, что он удобный, он похож на мой старый. Он имеет все, что мне нужно, и даже больше, чем мне нужно. Он мне нравится тем, что он достаточно компактный, несмотря на его большой объем. И он его очень легко поднять и переместить с места на место. То есть без всяких усилий. Фирма Kenwood. Вот тут кухня. Чтобы ее открыть, нужно нажать вот здесь. Еще раз нажмем. Вот она открылась, только от того, что я нажала пальцем. А теперь я хочу закрыть. Отхожу. Вот она закрылась. Такая кухня. Красивая кухня. Черная. Выезжает все. Я на станции «Университет» в Тель-Авиве уезжаю с выставки.